Вообразите, что... Кто бы мог подумать? Наши герои вдруг проиграли. Марвел представляет. Он это сделал. Что вообще происходит? Мне что-то плохо. Слишком поздно. Камень надо срочно уничтожить. Ну-ка, не умирать. Танос преуспел, и половина населения Вселенной разом исчезла. Все стараются держаться на плаву, не падать духом, но мы потерпели поражение, проиграли, хоть проигрывать не привыкли. Люди пытаются свыкнуться с новой реальностью. Наташа стала жестче от того, через что ей пришлось пройти. По нам прошлись катком. Разгромили не только физически, но морально, эмоционально. По-другому не могло быть. Реакция зрителей на конец «Войны бесконечности», когда половина персонажей обратилась в прах, ясно показала, насколько сильна их эмоциональная связь с нашими героями. Ну, пожалуйста, пожалуйста, я не хочу! Что хорошо, всегда проще вдохновлять на подвиги тех, кто пал духом. А как раз это Марвел умеет. Дарить людям столь нужную им надежду. Пошел финальный раунд. Я обещал больше без фокусов, но надеялся этот последний провернуть сумею. А оно ничего. Мстители. Финал. We'll be right back.